Всем привет! Вы на телеканале ТКТВ. И сегодня я в клетке своего любимого попугая заметила странный сюрприз. Вот такой вот сюрприз, который, мне кажется, высидел мой попугай. Ну что ж, Яшенька, разрешаешь ли ты нам взять свой сюрприз? Ну, надеюсь, он нам разрешит. Давайте возьмем и откроем этот сюрприз. Да, Яшечка? Ой. Я ж хороший мальчик, он вечно мне что-то дарит. Ну, надеюсь, это будет не последний раз, когда он какое-нибудь там яичко высидит. Давайте же его откроем. Вот такое вот яичко. Подождите, что тут написано? Яшкин сюрприз? Вот это интересно. Да, наверное, это и вправду Яшкино яйцо. Ну что ж, давайте его откроем. Мне уж очень даже интересно, что там. Такое название. Никогда таких яиц не видела. Так, посмотрите, ну какая-то тут должна попасться фигурка. Я не знаю, что там нам Яшка подготовил. Давайте откроем его. Ой, что это такое? Стойте, стойте, я даже не знаю, что это такое. Так. Ой, это какая-то куколка с такой модной сумочкой. Сейчас мы узнаем, что это за куколка. Так, давайте сначала посмотрим вкладыш, и там должно быть сказано. Ага, это коллекция кукол Барби, я люблю этих куколок. Вот она, тут показано, как ее собирать. Давайте же ее соберем. Нам надо взять эту красивую куколку, вот так вот аккуратно на нее надеть сумочку. Так вот одеваем. Вот так вот ее оставим. И надо ее поставить на подставку, а то еще упадет. Какая красивая девочка. И это нам подарил мой попугайчик Яшка. Яшечка, спасибо, ты очень хороший. Я очень рада такой красивой куколке. Вы посмотрите. Желтоволосая блондинка. С такой красивой фиолетово-светлой сумочкой. В джинсах, в туфлях, с такой красивой подставочкой и кофточкой. А на голове у нее есть кепочка. Вот такая красивая куколка. У меня в коллекции уже есть одна такая куколка. У меня есть вот эта вот красивая куколка. Теперь у меня есть и эта. Ура, ура! У меня уже собирается потихоньку коллекция. Ну что ж, давайте поблагодарим нашего Яшку. И уже пора прощаться. Спасибо, Яшка. И, конечно же, всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И смотрите мои видео. Всем пока. Да, Яшенька? Пока-пока.